Ну что ж, опять ты хочешь в старое играть, маски и грим, все как вчера. Понять пора, мне больше не нужна игра. Слышишь, шепчу тебе, пора. Карточный домик сломать, я не желаю играть. Время впустую идет, что упадет, пропадет. Съехал. Съехал. Пропадет. Расстроился. Знаешь такую песенку? Нет? Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Зимой и летом темная, зеленая была. Ты думал, сейчас я дам форта, а они не поворачиваются, гады. Тогда ты съехал и сдулся. Все вроде есть. Молодой, да? 23? 21. Ну, совсем молодой. Тогда все впереди. Да, это я говорил это уже. Или нет? Или ты к этому же ведешь, да. Правильно? Значит, смотри, вокалом занимаешься классическим? Я студент хорового дирижирования консерватории. Но все равно вокал классический есть, да, какой-то? Да, да. Значит, займись серединой, потому что у тебя очень быстрая вибрация. Поэтому для того, чтобы тебе избавиться от этой вибрации, тебе надо очень много поработать в среднем регистре. А сейчас получается, что тембр твой страдает. Ну, в таком возрасте. Вы хоть скажите, как вас зовут, извините. Дмитрий Ковзель, 21 год, Санкт-Петербург. Вот, спасибо. Спасибо. Спасибо, что были с нами, но рановато. Рановато. Подготовьтесь еще как следует. Понимаете, спасибо, да? Вам. Спасибо. 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 Всего доброго.